Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я хочу вам показать удивительный виджет вот с таким вот анимационным эффектом, который вы сейчас видите у себя на экранах. Данный виджет нужно использовать в качестве бэкграунда. Вы видите, вот такие появляются квадраты, сначала круги, потом квадраты, и соответственно мы можем настроить цвета под себя. Переходим в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Из библиотеки виджет, как обычно, я перетаскиваю на холст. Он сразу встает по ширине в 100%. Вы можете его подвинуть там, где вы хотите, чтобы данный виджет отображался, растянуть его. Здесь мы имеем два цвета. То есть, смотрите, если мы по умолчанию сейчас сделаем предпросмотр, то у нас по умолчанию черный и белый цвет. Так как у меня здесь есть логотип Muse, я решил сделать цвета примерно такие же. Color первый цвет. Кликаем по цвету и выбираем цвет здесь. Или же вы можете как-то настроить цвет здесь, более тонко. Я беру из палитры. Кликаем по второму цвету. И выбираем какой-нибудь цвет. Вот так вот все просто. Наш с вами бэкграунд, флеш-фон готов. Давайте еще раз посмотрим. Вот у нас все с вами получается. Данный виджет вы с легкостью сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся с вами в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу, всевозможные эффекты с текстом, круговой прогресс-бар, маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!